Привет, вы на канале «Красивый бизнес». Итак, сегодня хочу с вами поделиться, что же я получила в очередной своей посылочке от компании «Юнайс». Это у нас хит продаж, массажный гель с перцем чили. Очень-очень потрясающее средство от болей в суставах. В каждом моем заказе есть массажный гель. То есть здесь оно в России довольно популярно. Все, кто пробовал, заказывают у меня уже не по второму и не по третьему даже разу. То есть здесь я косметикой это занимаюсь на протяжении 4 лет. И на протяжении 4 лет практически в каждом заказе есть вот это вот средство. От боли в суставах она помогает. Также она помогает при простуде без температуры. То есть, там, если просто кашель, подстыли, но температуры нет, наносим на грудь, на спину. Отлично помогает. 3 массажных геля я заказывала. 4-й мне пришел в подарок по программе «Активное лето». Дальше у нас идет вот таких вот больших банках. Это у нас идет крема для лица и тела. Написано, во всяком случае, в каталоге было так. Вот, один с ароматом алоэ, другой с ароматом миндаля. Значит, попробую, потестирую, все расскажу вам, покажу потом. Вот такой вот дезодорант заказала тоже. По-моему, он шел по какой-то акции, уже точно не помню. Заказала вот такой вот гель для душа с абрикосом. Обожаю просто абрикос. Вот, поэтому тоже заказываю всегда. Заказала вот такую, еще раз заказала такую же краску для волос. Оттенок этой краски можно посмотреть в моем видео. Заказала еще мужской аромат. Также 4 вот таких вот аромата. Сейчас до 5 августа идет акция. Любой аромат. Аромат этот по 93 гривны из этой серии. Вот такую же палетку тоже себе заказала. Это крем для депиляции. Я заказала на продажу крем. Мыло с жемчугом тоже на продажу. База под макияж оставлю себе. И вот это просто, я считаю, суперский, бомбовский продукт. Просто, не знаю, настолько замечательная маска, настолько после нее кожа такая, освежает она кожу, омолаживает хорошо кожу. На эту масочку тоже снят обзор, я сделала видео. Можно все это на канале найти. Для тех, кого интересует, могу скинуть ссылочку на видео. Так, честно говоря, все видите, как можете видеть, ярко-красочно, да, только немножечко есть помятая упаковка. Ну, это так вот, немножко неудачно Почта России доставила, но ничего страшного абсолютно. На упаковку мои клиенты не смотрят вообще, поэтому, если, конечно, это только не на подарок, но это все не на подарок, поэтому ничего страшного. Все, всем пока, спасибо большое за внимание.